Смотрите, гусь спит. А вот еще какой обитатель этого парка. И рядом опять гусь. Пруд, как я уже говорила, довольно мелкий. И он стоит на вот этой плите, на этой балке бетонной, на перекрытии. Это еще, пожалуйста, вам обитатели, чайки, утки, гуси. Вот еще утки плывут. Даже китайские утки, мандаринки есть. Что-то на гусей, я смотрю, сейчас спячка напала. На чаек ничего никогда не нападает. Растительность циперус папирус. Здесь, кстати, есть в этом парке растения из Канарских островов. Я показывала уже драконово дерево. Пальма финиковая имеется. Утка задумалась. Чайки вон купаются. Заросли камыши в перемешку с циперусом. Китайские утки сюда переместились. Да, с красивой головой, но это явно самец. Это, наверное, его самка. Вот там еще с такими же крылышками интересными. Это кто-то, чей зад торчит из кустов. О, с какими лапами. О. Понятно. Зад самрата торчит. Смотрите, как близко пара мандаринок подплыла. Я так думаю, самец и самка. Сейчас тоже будут камышах искать.
чему-нибудь. Тут вот такие заросли, я их уже показывала. Птички. Чайки решили получше рассмотреть, что это они тут мандаринки нашли. Может, без них это пара гусей всплыла на вот этот вот плиту. Ага, решили поплыть дальше. Один гусь сейчас стал, тоже так взъерошил перья, а гусь его согнал, самец. Вот они подвое плавают. Это очевидно, самцы и самки вместе. И, как бы сказать, на вот эту вот, если не знаю вам, как видно или нет, под водой такая просвечивается бетонная как плита, она так еще такую причудливую форму имеет. Видно, не каждому гусю разрешается на нее вставать. Вот они сейчас немножко поконфликтовали, даже чайки подошли посмотреть на это дело. А, вот интересно, мандаринки встанут, нет. У мандаринок самка впереди идет, ведет. И, кстати, я смотрю, у гусей тоже самка вперед. Ну, судя по поведению того гуся, что тут был самец, а самка вперед спрыгнула и пошла плавать дальше. Ага. То есть, куда плыть, в принципе, самка показывает. Вот сейчас видно эту плиту. Интересно, как сейчас гуси на нее встанут, нет? Ага, есть. А второй гусь. И там они показывают такой вот знак. Зерошивают. Так, перья топорщат, грудь, крылья растопыривают. И видно, не всякий гусь имеет право это показать. А одному решили тут воспрепятствовать. Гоготали на него вдвоем. Самка тоже помогала. Ну, в смысле, голосом. Это адресуется голубям. Голуби ходят по их траве. Ну, я так думаю. Пошли салатик немножко. Эти в камышах. Тут все ходят парами. Птицы
Кстати, голуби тоже у них там какие-то свои ухаживания. Ну, я имею в виду вот водоплавающие. Они в основном подвое плавают. Это были не птицы, это были тут молодые люди на том берегу. Чудят. Гусь, в общем, посмотрел на них с видом, что, мол, еще вы называетесь Homo sapiens. Мандаринка, видите, самец проплыл, так наклонив голову. В общем, с гусями не связывается, я так понимаю. Гуси вдвоем. А эти с берега за ними, они в их сторону вот так гогочут. А эти с берега сначала посмотрели, а потом принялись дальше щипать траву. Опять Homo sapiens. Вот. Этот молодой человек на велосипеде, мимо меня проезжая, бросил вот эту вот игрушечную жабу. И так, я думаю, что он решил меня напугать. Как видите, свои чудилы имеются и здесь. Вот. Кинули жабу, ну, в смысле, игрушечную. Думали, сейчас я как завизжу, как закричу. Вообще, они, конечно, не знали, что имеют дело с педагогом. Что меня на такие приколы не купишь. Смотрите, сколько птиц. Какие они красивые. Видите, как они на воду садятся. Потому что собака пришла на берег, и они решили улететь. Кстати, сейчас тут произошел, ну, такой маленький, там не то, что конфликт, а так просто вот пикировочка с уток, с чайками. И, в общем, там друг друга они там разогнали в разные стороны. А так вообще они вроде так мирно сосуществуют. Даже гуси, когда, ну, наверное, там старший по иерархии самец указал другому, что нельзя там вставать на ту плиту, где он в данный момент стоит. Так, в общем, ничего, мирно живут. Смешные подростки уже ушли. А я тоже пойду, сейчас схожу. Посмотрю, как там на море дела. Ну, что-то будет интересное покажу.